Боровский район – это действительно перспективная территория с точки зрения развития и не только сельского хозяйства. И сами жители готовы вкладывать свои силы в процветание родной земли. На субботних гуляниях они показали, чем гордятся и к чему стремятся. Подробности у Владимира Поротникова. Он почетный гость на всех мероприятиях, посвященных юбилейной дате. Иван Селиванов не просто ровесник Упоровского района. Здесь он родился, здесь стал участником трудового фронта, здесь решил провести всю свою жизнь. Населенные пункты хорошо изменились, хорошо. Масали вот особенно. У нас было 4 улицы, а теперь уже 8 улиц стало. Улучшение жизни на селе в самом разгаре, уверен ветеран. Развитие социальной сферы неразрывно связано с производством, а оно в районе только растет. Успехи отмечены в животноводстве, овощеводстве и предпринимательстве. Всего за год упоровцы открыли свыше 40 новых малых предприятий. Мы начали заниматься переработкой молока немножко, мы начали заниматься переработкой мяса, достаточно неплохо для нашего района по объему. Поэтому я думаю, это, ну и безусловно, точкой роста является сегодня туризм, потому что у нас есть свои исторические моменты, которые, на наш взгляд, очень важные, и мы будем вокруг этого тоже делать какую-то свою идеологию, политику и финансовую жизнь. Перспективным производством может стать и лесопереработка. По крайней мере, местные предприниматели готовы в нее вкладываться. В конце концов, почти за все, что берутся упоровцы, приносят ожидаемые дивиденды. Упорство, вот чем жители даже в гимне района объясняют свои трудовые успехи. Упорное в плане того, что мы ставим цели, конкретные цели, и добиваемся. То есть мы не витаем в облаках, мы стоим на земле. У нас же сельскохозяйственный район, поэтому мы крепко стоим на земле и цели ставим реальные. Все стоит делать сообща. Это еще один секрет успеха упоровцев. Может быть, поэтому здесь особое отношение к семье. Даже юбилей района здесь отмечают в день Петра и Февронии, когда самые почетные места занимают супруги, прожившие вместе более полувека. Отмечали и поздравляли тех, кто сегодня создает здесь свои новые молодые семьи. А раз это происходит, раз здесь рождаются дети, то будущее упоровской земли, оно прекрасно. Каким оно будет в деталях, жители района, как взрослые, так и дети, знают уже сейчас. Для них праздник – это лишь повод утвердиться в планах. Тут площадка для игры, тут дорожка для ходьбы и спортивные снаряды. Заняться спортом будем рады. Владимир Поротников, Владимир Кондратьев. Тюменское время.